Муха не одня, вот та штука круглая. Шановні учасники сьогоднішнього заходу, я дуже радий бачити вас у цій аудиторії на заході, який присвячений результатам археологічних досліджень кафедри історії і археології юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. На сьогоднішній зустрічі тут серед нас присутні ректор Донбаського державного технічного університету, доктор технічних наук, професор Паркоян Ольга Вікторівна. Перепрошую. Декан юридичного факультету нашого університету, кандидат юридичних наук, доцент Олена Сергіївна Арсентьєва. Також серед нас присутні завідувач кафедри історії і археології нашого університету Михайлюк Віталій Павлович, ну і завідувачі кафедри, професори інших кафедр нашого університету. Ольга Віталійовна, будь ласка. І на поверхності фіксувався небольшим всхолмленням. Ще кілька, скажем, розпашок і курган перестав би существувати, і речі, які зараз представлені, они просто-напросто, ну, погибли бы. По крайней мере, мы не смогли бы дать им вторую жизнь, которую мы сейчас вот даем этим вещам. Представьте себе, вот стоит это учитель Нижнедуванской сельской школы. Именно там мы проводили свои исследования, у села Нижнедуванка Сватовского района. Находится на вершине этого кургана. Можно ли сказать, что здесь что-то есть? Вот. Тем более, что поверхность кургана была засеяна. Колебания конструкции типа керамического комплекса. Все они укладываются в рамки последней четверти третьего тысячелетия до нашей эры. Новая погребальная парадигма материализовалась не только в конструкции могилы, катакомбы, но и в составе погребального инвентаря, существенное место в котором заняли металлические изделия. И это действительно нас радует, и это может быть новое слово, но археология, она не оперирует единичными изделиями. Для того, чтобы утверждать, нам необходимо еще не одно и не два погребения, а целый комплекс. Будем искать? Следующий, пожалуйста, кадр. К сожалению, некоторые погребения были разрушены грызунами. Вот. Как правило, конечно же, катакомбные погребения впущены в глину на значительную глубину, но серия погребений находилась на уровне материка, на уровне глины. И вот грызуны и так далее, конечно, ряд погребений разрушены. Стратиграфия великолепно показывает, какое погребение более раннее, какое погребение более позднее. В данном случае мастер по изготовлению, мастер широкой специализации, более позднее, основное погребение, так сказать, вот с арчиками. И вот все ниже, ниже и ниже, обратите внимание. От современной поверхности, вручную выбирается, не разрушить стенки, поскольку все это фиксируется. А раскопки – это как операция на сердце. Неправильно сделаешь операцию, да, вот, организм погибнет, человек погибнет. Точно так же курган неправильно раскопал, зафиксировал, но раскапывал одновременно, разрушает. Все остается на фотографиях, в офисах, на чертежах и так далее. Главное правильно раскопать, не разрушить. Вот глубина погребения более 4 метров. Более 4 метров, хотя вот эта культурная традиция, есть практика, известный случай, когда глубины достигали и превышали 10 метров. Нина Леонидовна Моргунова усматривает в этом погребении жертвоприношения. Острогал известна и на перекрытии погребений, в частности, погребений синтуштинской культуры курганного могильника Солнце 2 за Уральем. Погребения с Острогалами чаще являются детскими. Использование данных антропологии позволяет выделить две возрастные группы с самчиками. Причем погребение мальчиков со строгалами на порядок больше, чем погребение девочек. С этим уже не повторю. Две возрастные группы. Первая возрастная группа детских погребений. Она от младенчества до 5-6 лет. Представлена память
обрывками средней бронзы. Века до нашей эры. Это ранний железный век. Скифские материалы. Бронзовое зеркало, покрытое пленкой, если не ошибаюсь, там серебряной. Пасохолидные булавочки. Не исключено, что это финал бронзы, ну, может быть, начало железного века. И наконечники, бронзовые наконечники стрел скифские. Кстати, вот так представлены. Можете после нашей встречи посмотреть потом буквально. А что самое интересное,